Городской транспорт – место встречи сотен и тысяч горожан любого населенного пункта. Но в условиях пандемии поездка по своим делам может закончиться больничной койкой. Вот автобус, первый автобус за полчаса, он набитый битком. Всего один. Вот борьба с коронавирусом. Это просто безобразие. Переполненный пассажирами автобус – привычная картина, но не в условиях действующего карантина. Это сводит на нет все меры по снижению числа больных коронавирусной инфекцией. Но все же подавляющее большинство российских городов приняли непростое решение. Движение городского транспорта изменено. В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции – и на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановлено осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту номер 2. Привычные маршруты изменились и в Десногорске. Автобус от городского автовокзала до деревни Кукуевки, один из трех маршрутов Десногорска, отменен с 1 апреля. Эти крайние меры – попытка администрации и перевозчика пресечь распространение новой инфекции, случаев заболевания которой в Десногорске на данный момент нет. Надо просто перетерпеть и все, для всех, независимо от того, что больной он, не больной, попался он под инфекцию, не попался, вот надо пересидеть, вот и все, вот такие мои понимания. Я бы остановил все маршруты и в Рославле, и в Десногорске, вот такое у меня мнение. Ограничение движения автобусов до Кукуевки будет действовать до особого распоряжения. Оставшиеся городские маршруты работают по штатному расписанию. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.